Друзья мои, 2 сентября 2022 года. Погода стоит солнечная, но прохладная. Я убираюсь в гараже и вот решил для вас записать короткое видео, что у меня есть для обслуживания мотоцикла, обслуживания, ремонта, ну и заодно машины тоже, это универсальный инструмент. Ну, мы сейчас больше про мотоцикл говорим. Вот у всех, у кого есть мотоцикл, у них есть инструкция по эксплуатации, она идет с мотоциклом, да, это есть у всех. Тут основы обслуживания мотоцикла есть, но если вы хотите своими руками что-то делать на мотоцикле, вам надо вот такой сервис-мануал, потому что в этом сервис-мануале есть все, то есть тут все есть, все системы, как смазывать, как разбирать, какие моменты затяжки, да, вот все есть. То есть вот эти две книги, они вам нужны обязательно. Да, они на английском языке, но они легко читаются, можно их перевести. Без них никуда. Это самое главное. Без этой тоже никуда. Но вот если самим что-то ремонтировать, обслуживать, вот эти две книги нужны. Так, это что касается литературы. Что касается инструмента. После того, как я мотоцикл приобрел и скачал вот эти с интернета, я ссылку уже не помню, так что не просите, где-то ищите, где-то она должна быть. Я приобрел два динамометрических ключа, потому что, ну, там очень много моментов затяжки есть и на мотоцикле, и на машине. Вот от немецкой фирмы Гидоре один ключик маленький на 5,25 ньютон на метр и второй ключик побольше на 20-100. Эти два ключа, они полностью перекрывают, фактически полностью перекрывают весь диапазон, не только для мотоцикла, но и для машины фактически, да. Вот, ключ важен, и важен хороший ключ динамометрический, потому что если какой-то дешевый, ну, скорее всего, что он может неправильным моментом затягивать, а у мотоцикла много таких соединений, которые вы можете просто испортить, неправильно затягивая. Так, что касается динамометрических ключей, я сказал. Дальше я искал такой комплекте, как бы универсальный, чтобы и мотоцикл можно было обслужить, и машину заодно, и в багажник положить машине. Ну, с мотоциклом я этот инструмент не вожу. И вот я натолкнулся на такой комплектик, который называется Gidore Red. И там он такой универсальный, понимаете, он везде, и в хозяйстве. Видите, такая у него коробочка классная на четырех защелках. Открываем и смотрим, что здесь есть. Отвертки крестовые, простые, видите, такие, я не знаю по-русски, как правильно называются они там, эти вот эти все круглогубцы там всякие, ключики от 19 до 8, головки от 32 и до 10. И тут еще маленькие, 4, 6, ну, дублируется, видите, да, от 13 до 4. Короче, дальше всякие, начал забывать русский язык. Короче, сами видите, да, как они называются, биты, да. Тут такие воротки. Ключик, вот это классный, что он разводной, кусачки, воротки всякие, две трещотки, шестигранички, так, от полутора до пяти, от полутора до десяти, молоток, это очень важная вещь, тоже надо бить иногда. Ну и вот фактически этот комплектик, он мне обалденно помогает в обслуживании и мотоцикла, и машины. Я еще прикупил для фильтров, ну, специально это для мотоцикла, для Хонды тоже. Раньше мучился там, всячески закручивал, откручивал, там надо было всячески колхозить какие-то, не знаю, особенно закручивать, чтобы не повредить. Ну, конечно, я в путь не беру вот этот весь большой комплект, я беру такой маленький ящик, который я могу положить в боковой кофр. И что у меня в ящике? Я его дополняю, просто я что беру?
из этого большого комплекта, когда я еду, я беру разводной ключ, вот этот, раз. Я беру головку на 27, вот эту, потому что это заднее колесо, если надо регулировать. И беру вот один вороток. И вот этот комплект, с этим комплектом я еду в путешествие. То есть я могу и заднее колесо, цепь, ось там ослабить, натянуть. Это свечное у меня, это переднее колесо, отдельно купил. И что у меня входит в этот комплект базовый, который я беру с собой? Изолента, фонарик, пару хомутов, вот таких, магнитик такой. Вот у меня было пару раз, что ручки кривые, болты выпадали где-то в мотоцикл, и вы с помощью этого магнитика можете чик, чик, и вытащить болтик из плохих мест. Дальше. Это у меня давление в шинах. Здесь такой комплектик, одной рукой неудобно. Еще один разводной ключик, но это с собой беру, да, маленький. И тут мультитульчик Гербер. Вот это классная вещь, обалденная совершенно для мотоцикла, вот этот комплект. Почему? Объясню, что у мотоцикла есть такие некоторые места, где нормальной трещоткой не подлезешь. И поэтому надо вот такую трещоточку, видите, узкую, плоскую. Там, особенно вот там, где где подножки мотоцикла, там около трубы, вот там места мало, вот это очень вручает. Ну, тоже тут всякие биты, все остальное. Вот эта вещь. Реально, вот этот комплектик меня много раз выручал. Ну и такой основной комплект, который тоже я беру. Вот, путь. Что в нем есть, сейчас покажу. Да тоже все необходимое. Смотрите, все эти торксы, крестообразные, шестигранники. Все, что есть, такие шестигранники. Головки от 14 до 4, трещоточка, всякие удлинители, гибкая даже вот эта фигня есть, да. Ну вот, в принципе, вот этим комплектом я полностью в дороге. Ну, еще беру против прокалывания шин. Ну и самое главное, конечно, я в дороге никогда не отправляюсь в путешествие, не взяв с собой запасной поршень для Honda. Вот я всегда беру этот поршень с собой. На всякий случай. Так что вот такой комплект инструмента я имею. И в принципе вот за 4 года как бы, ну, и по мотоциклу, и по машине я все могу обслужить. Ну, иногда там у сына кувалду беру или там большой подъемник, но в принципе это так. Ну вот как-то так, друзья мои, поделился с вами своим инструментом, что у меня есть, рассказал. Вот. Да, лето прошло, но надеюсь, что еще будет бабское лето. Куда-нибудь катнем. Давайте всем добра, здоровья, мирного неба.